здесь по нашим оценкам, до урегулирования ситуации. Конец цитаты. Юрий Бродин также заявил, что считает цену в $485 за 30 кубов дискриминационной. Газпром, кстати, стал четвертой компанией в мире, разные премии. Форд представил рейтинг лучшей компании мира. Он учитывает совокупность четырех ключевых показателей, выручки, активов и рыночной капитализации. Учитывая все показатели, газовый холдинг в общем рейтинге попал на 21-ю строчку. За Газпромом Роснефть с выручкой в $142.5 миллиарда, ну а замыкает тройку российских лидеров Сбербанк, всего в списке 28 российских компаний. Крым и Севастополь получат более 55 миллиардов рублей с федерального бюджета. Глава российского правительства Дмитрия Медведева эти средства позволят региональным властям предусмотрительно организовать возможности фиксации зарплаты пенсии. Премьер напомнил, российские регионы выделяют около 2 миллиарда рублей.